Я сегодня стану папой и получу симулятор молока. Интересное название. Ну, получается, будем проверять, правда это или неправда. Так, значит, это я, это моя, видимо, жена. Я хочу молока. Гу-гу-гака. Млик, говорю я, и ухожу за молоком. Правильно? Да, правильно. Я уже играл в подобную игру, только там было обе. Если что, если кто не понимает, что значит выйти за молоком, это такой, скажем, о. Ага. Это такой мем англоязычный. Вот, у нас это выйти за хлебом. Ну, короче говоря, да. Собственно говоря, что мы тут должны делать? Мы должны купить молока. О, это молоко? Это мы вырезаем, потому что... О, кстати, вырезаем. Вот ножницы возьмем, вырежем. О, это молоко же? О, это молоко! Подождите, это молоко или нет? Это блоксиат экстра. Да? Я правильно прочитал? Надеюсь, да. А я вот так вот и буду таскать за собой молоко, я правильно понимаю? По помойкам надо искать молоко или не надо? Ну, я бы... Смотрите, как это прикольно выглядит. О, так. Привет. Ну, привет. Так, получается здесь такая секреточка. А я могу наступить, может мне дадут бейдж? Бейдж дайте, я нашел ваш привет. Ладно, нет, так нет. Разумеется, по пути за молоком надо покататься на скейтах. Скейт-парк, вот. Жаль, нет скейта. Ладно. Вообще, в таких играх, кстати, очень темно, как-то не находите. В таких играх... О, ты кто? Ты что там делаешь? Кстати, он какой-то бородатый или у него камень около головы? Надо посмотреть с другого. А, он все-таки бородатый, да? Чел, у тебя есть молоко? Молоко есть? Дедушка, могу я к тебе прийти? Смотри, ты там просто стоишь, браток, ты телек смотришь? Могу открыть дверь твою? А, не могу, да? А, ну ладно. А, вот магазин. А, ой. Пожить, еще и молоко? Вы что, держите? А куда мне деть эту бутылку? Может, надо засунуть вот сюда, или это отсюда берется? А, засунуть сюда, и 10 штучек надо притащить? Это адекватно, по-вашему? А, вот. А могу я... помойку эту открыть? А, не могу, получается. Хорошо. Собственно говоря, I want you to join Roblox. Это уже поздно ты. У вас есть 6 мани? У меня есть 6 мани. А, это не вопрос. Better Call Saul! Да. Да. Это что там у тебя? Сигареты или шоколадки? Я предпочел бы шоколадки. И здесь у нас должно продаваться это молоко, я правильно понимаю? О. 25? Что? Робуксов? Робуксов? Не, извини, жена, ребенок, я не готов. Я не готов тратить 25 робуксов. Я пока погуляю еще, вы там побудьте. Чел удивляется банану, я правильно понимаю? Ну, мне нравится такой постраничный мем. Что? Позвонить Солу Гудману? Дай позвоню, пожалуйста. Ладно, не надо. Вообще, зачем мы пришли сюда? О, можно скейт взять. Нет, скейт, судя по всему, тоже нельзя взять. А это что у нас такое? Это какие-то орешки? Это, я понял, это завтраки, короче говоря, если вкратце. В целом, не то чтобы мне что-то надо было здесь, я просто сюда пришел. Слушайте, можем по... А, это два разных места? А я здесь был или нет? Магазин, что здесь продается? Так, ну, во-первых, очень красивый... Это недостаточно денег? А сколько это стоит? Недостаточно, почему? О, посмотрите, какой пёсель важный. Из классного сериала, кстати говоря, на минутку. Вот это нам надо. 7 денег, к сожалению. Это за 2 или за 1? За 2 или за 1, точнее. Если за 2, то нормально. Если за 1, то, конечно, многовато, потому что денег у меня нет столько. Слушайте, а что нам дают наши уважаемые бутылки? Мне вот интересно, типа, мы вот туда засунем в этот аппарат 10 штучек. Что, нам денег дадут или что нам дадут? О, в этой мусорке тоже может быть наверняка, да? Не. Вроде бы пустенько. Сейчас буду по домам ходить, спрашивать. Оп, блокфилд какой-то. Так, вот тут человек живет или не живет? Ну-ка. А как зайти в дом? Мне надо к вам домой, ребята. У вас есть какой-нибудь там... Так, что тут есть кто? А, есть у вас пустые эти бутылки? Я там людей не вижу. Там люди не живут, что ли? Неадекватно, так быть не должно. Если есть дом, там должен быть человек. Там должен жить человек, получается. А можно через... О, мое. Я думал, я приземлюсь сюда. Не могу ничего выбросить. Так мне не надо ничего выбрасывать, честно говоря. Я бы взял что-нибудь лишнее оттуда, конечно. Подождите, так это же мой дом. Тут мой ребенок и жена. Простите. Простите, мои малютки. Я к вам вернусь.
очень скоро. Наверное. Так, а тут что у нас? Private property. Угу. No trespassing. Значит, хорошо, сейчас прям к тебе и зайду домой. Ха, вот такой вот я плохиш. О, вот так. А где эта дымовая штучка, эта труба или как? Труба. Как она там называется? А вот тут вот дед живет, да? Нет. Почему никого нет дома? Это адекватно, по-вашему? Так нельзя. Я запрещаю так делать. Слушайте, а как будто бы я что-то упускаю, не находите? Надо, наверное, что-то надыбать, может быть. Там как будто бы кто-то был, или мне показалось? А тут этот дед. Дед, выкинь все бутылки. А может тут так? Не, подождите, а чё? Очень маленькая карта по ощущениям. Я же не могу никуда пойти. Я думал, это крест. Я думаю, неужели тут скейтер какой-то откинулся? Опа, а это что такое? Последний робот. И вот тут бутылка, вижу бутылку. Нашел бутылочку сюда. Что значит последний робот? Как это понимать? Так, пожалуй, самое время занести вот эту бутылку и купить следующую в магазине. В продовольствии вроде бы ничего полезного нет, хотя, может быть, что-нибудь и стоит мне прикупить. Подождите, давайте посмотрим еще разок, что здесь можно прикупить. Хлопья. Здесь можно прикупить пиццу за 40 бобуксов. Варево ведьм 5 денег. Надо ли оно мне? Можно книжек. О, тише, тише, это мое, кстати говоря. Так, не смотри сюда. Не смотри. Ха-а-а, обманул. Изи. 5 бутылок всего лишь. Блин, такое ощущение, как будто уже миллионы просто нашел этих бутылок, но нет, к сожалению. Хорошо, я помню, что продавалось 2 бутылочки. Можно я возьму обе? А, нет, все. У вас 1 денег. Блин, это какое-то надувательство. У меня за одну бутылку требуют так дофига денег. В целом, у меня денег больше нет. Где взять денег? Надо... купить денег. Где купить денег? О. Так, вот купить денег. Слушайте, ладно, поплакал и будет. О! А вот и бутылка. Слушайте, а все складывается лучше, чем я думал. Это что тут? А, это я тут был уже. Тут ножницы и бутылка была. О, я сюда не заходил. Наверняка здесь тоже какая-нибудь штучка есть, нет? Нет, подождите, я здесь был как будто бы. Да, скейт-парк, я здесь проходил. Ну, хотя в целом уже вроде бы как... растет количество бутылочек. Что это вообще такое? Зачем я это делаю? Я же должен был всего лишь принести молоко домой. 7. Сейчас куплю 8-ю вот здесь в магазине, потому что у меня много денег. И 8-я куплена. Может... бомба. Вот это интересно. Может, я могу взорвать какой-нибудь дом, какую-нибудь дверь, в смысле, чтобы зайти в дом? Есть такая опция, интересно, или нет? Так, может быть, где-то здесь есть бутылочка. Вот так вот свисает. Знаете, как денежка там свисала? Сколько у меня денег вообще? Можно только в магазине узнать, сколько у меня денег. Что за неуважение? Боже ж ты мой, вы видели когда-нибудь такое? Посмотрите. Будто у меня шевелюра. Вам нравится такая прическа? Мне да. Вообще, я в жизни, по-моему... А, вроде бы видел такую прическу. Ну, симпатично. Очень необычно, я бы сказал. Вот здесь, может быть, где-нибудь висит, знаете, потому что... Да глянь, просто. А может, я могу забраться... Ладно, так сказать, могу забраться на дерево, но что-то, по-моему, безуспешно. Где найти еще 2 бутылки, я не знаю, честно говоря. Но идея вот у меня есть. Как будто она вот здесь вот, может быть, где-то висеть. Не знаю, нет? Так. Сюда я тоже забирался, судя по всему. Да, здесь была одна бутылочка. Угу. О. Амогус! Амогус, дай бутылку еще одну. Брат, тебе без надобности. А мне надо. Блин, вот я думал, может, дерево какое-то хранит бутылку, но нет. О, деньги, золото, монеты. Сюда, это мое теперь. А вот я вот так вот захожу внутрь. А может быть вот так вот тут спрятано или нет? Я внутри дерева не смотрел. Может внутри какого-то дерева валяется. А эта бутылка считается? Нет, нам нужна только... Фу, бургер какой-то вонючий. Нам нужна только вот та самая фиолетовая. И я уже прошел вроде бы всю карту вот так вот, смотря на вот эту стеночку. Но вроде здесь ничего не было. О, да, смотрите, вот я до сюда... Нет, я оттуда вот шел. И все, больше ничего нет. Вот это что такое? Ботинок? Что это такое? Шапка? Что это такое черное? Это кисик, который делает... Ту-т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 у. Он классный. Он нам с Ланой нравится. Мы каждый раз, когда видим в ТикТоке этот мимас, мы обязательно поем его. Вдвоем. Прям вот дуэтом. Да, очень классный кисик. Так, здесь я уже был, могу ли я здесь найти свою чудесную водичку или что это, бутылку, что там в этой бутылке, я не знаю. Но мне надо, открой, это коробка, это здорово, открой коробку, может быть там есть моя водичка. Что это? Что это такое? Если я не закрою, это ничего страшного же не будет? О, пицца. Пожи, мне пиццу надо еще тащить?
Кого? Не надо мне. О. Ладно, пойду поищу в другом месте где-нибудь. Осталось просто две бутылки, блин. Ну где же вы? Так, ну не может же быть такого, что я что-то прям жестко упустил. А может прям тут, знаете, вот прям рядышком? Нет, тут тоже ничего нет. Может действительно в магазине что-нибудь упускаю? Все, пойду в магазин скупать все. У меня очень много денег. Сейчас посмотрим, сколько у меня денег. 9. А вот эти деньги я тоже могу взять? Фига себе. Кисик. А вот это... О, это что такое? А чего это? Я дико извиняюсь. О, монеты. Это мое теперь, браток. Ты извини. Капибара. Капибара, это просто... Это коробка. Я понимаю, что это коробка. Может, у тебя бутылка там есть? О, подожди, так я могу так сделать? О, слушай, а можешь прекратить на меня так смотреть? Ты что, сова? Браток, ничего себе... Покопаюсь тут у тебя. Ты же не против, правда? Капибара у тебя тут чудесная. Че? Да хватит. Хватит смотреть на меня. Я ничего такого не сделал. У меня 14 денег. 14 денег это достаточно. Так, а куда мне этот ключ деть? Слушайте, там кусочек пиццы? Я могу... О, подожди, а это? А в коробках может быть что-нибудь? А общая случайная картонная коробка. О, денежки. А это? Ну могу это взять? Нет, я понимаю, что это коробка. Ой. А, это мне это не надо. Шапка твоя. Вот, вот это. Пицца, реально, смотрите. А, это нормальная тема, слушайте. Пицца, это прикольно. Пицца, это ставлю класс. Вроде бы пицца нужна была вот там вот, в продовольствии. Слушайте, может, секретики какие-то есть еще и у этого чувака? Это ты меня выкинул? Опа. Так, здесь полюбас что-то есть. Да кого? Ну дай. И что, я теперь могу проходить? О, я могу здесь... Так, подожди. А могу присесть как... Я уже аж головой пытаюсь, блин. Как я нанят, блин. Капец, жена будет рада, я работу нашел. Матерь божья, что написано у тебя? А, я понял, спрашивай что угодно. Так, слушайте, а может тут где-то... Так, если нажать. О, компьютер. Ха-ха. Ага. Так, ну я еще могу пиццу принести, потому что пицца тоже, видимо... Ну-ка, смотрим. Да, реально, я могу пиццу собрать. А могу коробки открыть, может. Ну я же работник. О, подожди, это молоко, я могу его взять, а блокси... Могу взять блокси колу? Могу деньги забрать из холодильника, в целом, ну, они явно там лишние. А как это выпить? Подождите, я хочу выпить блокси колу. А-а-а, я выкинул блокси колу. Подождите, а зачем мне этот ключ? На минуточку. Быть может, я могу открыть какую-то дверь этим ключом? Хорошо, нет, тогда вот это. Ну-ка. Нет. Тогда, может быть... Зеленый ключ для этого. А вот такой не подойдет? Может, там бутылка есть? А где зеленый ключ найти? Ах, все сложно. Слушайте, это фиговина работает, кстати. Работает, конечно. Вон, чел аж удивился, видели? Теперь вниз поехали. Я работаю здесь, чел. Все хорошо, я здесь работаю. Тут написано мне на спине. I'm an employee. О, внизу. Хорошо. Что у нас тут? Что-то на японском написано. Я не понимаю, я не умею по-японски. Так. Что у нас тут? О, пицца. О, вот так и сказано было, да, действительно. Чего? Ага. Хорошо, спасибо большое. О, еще пицца. А, нет, моя пицца. На все пожмакать, все посмотреть, что-нибудь интересное. Авось тут есть. Так, ботинок. А, это не ботинок, это мишка. Это мишка, я сюда могу прийти? О, находится в разработке. И что-то интересного у тебя. Деньги хочу взять. А могу взять деньги? Нет. А тут тоже все в разработке. Туалет. О. Ты чё? Тихо, он засыпает? Смотрите. Чел! Тихо, тихо. Шкафчики. Чуть не уснул. О, отлично, это моё. Слышишь, сколько тут всяких странных мемасов. Так, окей, бутылка. Это, по-моему, предпоследняя. Последняя, возможно, тоже здесь. О, я видел. Блин, а могу забрать? Или нет? О. Ха-ха. А вот так могу сделать? Не могу. Ладно. О, еще одна бутылка. Ага, ясно, что-то держите. Ну и ладно, я по одной буду тащить. У меня вот только одно не ясно. Хранилище. Мама, я богат! Мама, я богат! Я жене принесу, офигеет вообще. О, 5662. А зачем нам этот код? Это нам что-то даст? По-честному только. 5662, нет? Ну, вроде нет. Не знаю, ничего вроде не изменилось. Все, я погнал. Я зачем-то начал собирать эти бутылки, хотя у меня цель другая. Управлять поездом. Нет, у меня цель вообще-то принести молоко домой. Так, ну-ка. Это последнее, десятое. И шо? О, исправить блоксейт машина. И что это будет? Слушайте, давайте принесем жене и ребенку кое-что получше. Ну-ка, давайте наберем. Я еще могу бесконечно это набирать, я правильно понимаю?
А что это такое? Это будет букет. Потерялся в магазине, да? Да, потерялся в магазине, честно говоря. Слушайте, а будет что-то еще за ачивка, интересно, за огромное количество просто? Ну, чтоб я прям идти не мог. Вот бедолага, чтоб прям. Вот это, по-моему, достаточно, нет? Как вы считаете? По-моему, да. Я уже букет несу, несу букет. Жена, ребенок, будете, нет? Ну-ка. О, боже, прыгнул. О, а, вот прям так. Вот прям так. Так. Чпуньк. Млик. Это не молоко. Зачем ты принес мне это? Сори. И чё, это плохая концовка? Бро. Ну это не круто, я так долго старался. Блин, я так долго старался. Ну слушай, ну если ты хочешь, я принесу тебе столько же молока. Как тебе такое? Насколько я помню, молоко было бесплатное. Во, молоко. Я могу все забрать? Нет. Только одно. А чё так? Я думал, я много ей принесу молока. А где мне взять много молока? Ну ладно, и знаете ли, не очень-то и хотелось. Я просто принесу ей молочка. Я же все-таки хороший муж. Жена, ребенок, вот это молоко, если что. Та-дам! Млик. Что, все? А вы ничего мне не скажете? Хороший финал, у тебя есть молоко. О, хороший финал, здорово, спасибо. А, ребят. Ха, а вот так вот можно набрать молока. Я утащу это все, могу еще нести, значит можно больше. Короче, если ты устраиваешься на работу, то ты можешь носить очень много молока. Записывайте. Так, жена, ребенок, я устроился на работу, я вернулся и я принес тебе очень... А, несколько. И говорит, немножко молока принес. Ага. А, ой. Вот так вот жена и говорит, ой-ой. Ну, в целом, я думаю, эта ситуация лучше, как если бы я вообще не принес молока. Слишком много молока. Слишком много конца. Угу. Понял. Слушайте, я решил, что молока хватит и купил бобы. Вот. Ну, принесу домой, может она обрадуется, не знаю. Жена, ребенок, молока нет, есть бобы. So, I didn't get milk, but I got something better. Those are beans. Yep. Окей. Beans. О, хеликоптер! Дэйв, малой, ты куда? Дэйв, вернись. Я не хотел, прости. А вот так вот, да? Все понял, это тоже концовка, отлично. Единственное, что меня беспокоит, я не знаю, где ключ. Ну, зеленый ключ. И для чего вот тот вот красненький такой ключ. Вот, нигде ничего не продается. Типа, дед там тусуется просто. Дед, пусти. А, ну в целом-то он пустил. Old man. Это для моей семьи, дед! Я не могу вернуться домой за тебя, потому что ты выпил все мое молоко. О, нет. Кстати, музыку вы не услышите, но это прикольная песня. Вот. А, ой! Я закрыл глаза. Когда открыл глаза, мы начали тусоваться вместе. В целом, отличное время, чтобы закончить видео. Блин, не успел на таком красивом танце. Дедушка может танцевать с молоком. Ура. Собственно говоря, очень забавная игра. Не знаю, зачем я вообще сюда пришел. Надеюсь, вам понравилось. На сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр и пока.